Каска, наверное, мне не понадобится. Даже если она сдетонирует, то каска меня навряд ли от чего-то спасет. Поэтому я ее снял, чтобы быть комфортно. Что мы сделаем сейчас? Возьмем вот такую заранее мною заготовленную штучку. Я еще название не придумал, но предохранитель назовем. И оденем на вот ту чипу. Вот так вот. Так, наполовину обезвредил. Теперь попытаюсь дополнительно засунуть туда булавку. Берем булавочку. Выпрямляем и очень аккуратненько ее вот туда вот, ручки немножко дрожат. Тут главное не бздеть. Тут главное не бздеть. Так, видимых больше приколов вроде бы нету. Ну, Боже, поможи. Ну что, падла, я тебя победил. Ну, тут, конечно, становится все гораздо интереснее. Теперь надо быть тем более аккуратнее, потому что под любой из этих мин может быть какой-то прикол. И это не обязательно быть гранат. Это может быть на волоске там какая-нибудь растяжка. И слава Украине!